Гигабайт скачать, нахуй, эту парашу поиграть, блядь, еще денег заплатили, нахуй. Конечно, деньги там такие деньги, блядь, что вообще за... По сути, мы 50 за 50 центов поиграли в эту игру. Спасибо, 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 дядя Филя. Ну, Фил Спенсер, который Microsoft эту хуйню, блядь, сделал. Который теперь там, видимо, все обузит, кому не лень, блядь, вообще абсолютно. Несмертельные восковые патроны. Чего? Интересно, кто будет во Второй мировой войне использовать несмертельные восковые патроны, блядь? Ну, это мне интересно. Я вот это вообще представляешь, какого будет подводника? Я нахуй не представляю, я в жизни не зашел по роботу. Робот. Иди нахуй, ты где-то плаваешь, на там... Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders. We wait for air cover from our boys in the RAF. And once they start their raid, we use the distraction break on the beach. Your team destroys the coastal defenses to the west. I neutralize the defenses here and proceed inland to rendezvous with Blue Viper at the safe house in town. As quietly as possible. I don't want to come back to the beach and find the place crawling with Germans. If they spot the sub before you blow those guns, me and my team will be stuck here. I can do quiet. You'd better. Я сделаю все тихо, ну сейчас мы сделаем. Alright, that's our cue. Okay, Fairburn. There are the searchlights. Show me what you can do. Сейчас я тише сделаю, потому что слишком громкий звук, блядь, забей. Так, параметры игры, блядь, звук. Сейчас, так, даже стоп, нет. То есть надо просто позже общую громкость сделаю, нахуй, 60%. Скажешь? Хуй пизда. Ну, блядь, что-то так устро тихо слышно тебя, блядь, по сравнению с игрой. Сейчас еще сделать. 40 стало. Ну, сейчас что-нибудь скажем. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вот теперь нормально. Да. Даже, и с обоклоном идти. Уже, а как тут? А как выйти с этой хуйты? Не знаю. А, надо бинокль нажать. Как мне паровоз, типа? Ну, я не знаю. Цель, а, нам типа надо, видимо, это, челику дать в ебасос. Давай, я левый, ты правый, хуярь. Готов? Кто там? Я челика даже не вижу. Блять, ну ты рофлишь. У тебя отметить челика? А не, надо фонари разбить, блядь, а не челиков, дядь. Ну, давай, стреляй, ну еще три. Раз, два, три. Я не попал. Ну, блядь, сюда, блядь. Что? А ты попал? Да, своего. Ты не попадешь, понимаешь? Ну все, я разбил, что ты? Ну у него стрелял. Ну что ты гига обезьянка. Так я в него, блядь. Ну. А я как-то выше намного выстрелил, там попал. Лол, а знаешь, какую механику лег добавили? Знаешь, что они добавили? Типа что, если ты нажимаешь, короче, этот. Блять, ну помнишь, как было в Gears of War, когда был какой-то период, нажимаешь еще раз R, и тебя быстрее перезаряжаешься. Ну да, не добавили здесь такую хуйню. Я поставил, что у нас максимум патронов, типа, то есть, ну, то есть имеется в виду, что мы находим дохуя патронов. Блять, а, control повлечь. А, типа, я за эту затяночку играю. Это, блять, уебище. Самое главное, что ты говоришь, а субтитров нет на то, что твой перс говорит. Что-то, блядь, патроны сбро... Патрон... А... Они не сделали локальные патроны, Лёв. Патроны для всех одни, короче. Ты сейчас подобрал, у меня она исчезла, блядь. Так, и чё, подожди, и что надо сделать? Блядь, я нажал же Tab. А, захватить территорию, чё? Кто-то есть, там чего-то видишь? Нет, вперёд идти он дальше. Не дай мою позицию. Должен его взять тихо. Warum dürfen die verdammten Alliierten zur Abwechslung nicht mal eine ruhige Nacht? Ja, na F, A, na E. Ну, давай, давай.
Ладно, я давай. Босс работает быстрее. Я ёбнул или ты? Я не знал. Эти автоматик взял, чем требовано, даже не это. А можно? И даже стоп. А! Знаешь, что они сделали? На Ctrl, а если зажать, наложить. Не, я понял. Я просто не понял. Короче, смотри, можно теперь брать. Можно брать типа автоматик, еще и еще его автоматик, когда я взял. А не все выросло. Вон сверху чай. Да. Блин, они так тупо тут сделали, пиздец. Что тап открывает карту, а зажим. А как мне? А. Чего? А, я автомат взял. Че, ебашим его или что? Ну да. А он один, а может тут, а тут же шум, здесь же глушители нет. На пистолете пошли. Есть? Да, да, там у меня не... А, есть, да, да. Ай, пойдем, ну может нахуй мы стелсим, блядь. Че мы стелсим, блядь? Погнали. Ну, правда, враги здесь гига-жесткие стоят, то есть там максимальная сложность врагов стоит. Типа, что они там убивают из двух пулек, блядь. Требуется ключ. А, вон он, наверное. Нет. Жа, а ключ, наверное, ты должен открывать дверь, ты, наверное, ключ взял. Да. Maybe I should look into this also. Adding this to the list of things I need to take care of here. Блять, пизда, я ору, конечно, нахуй. Только как-то баба говорит, ай, да, я должна тут посмотреть. А мне надо посмотреть, блять. А я посмотрю, блять, по 20 раз, блядь, повторяю. Keep my shots quiet. Так и чё? Черепашим? Два, я лево беру. Даже если на счет 3, 2. Раз, два. А чё ты не ёб... Ну что, как ты не попал? Я меня присел, блядь. Ну, блядь, обезьянка, блядь. Я скибал. Что ты, блядь? О, гивер, блядь. Ну ладно, ну. Снайпер. Знаю, да. Блядь, говорю, а смотри, где ты присел? Ты вместо выстрела присел или что? Или перс, типа, присел? Он присел, блядь, и головка пропала. Ну. Обыграл тебя. Так. Нет, мой первый. А, твой. Я забыл, что, блядь, задерживать дыхание не на контрол, а, блядь, на пробел. Ну. Жа, а как же укрытие сесть, или он сам садится? На С, блядь. Укрытие на С? А, нет. Не да, знаю. Да, да, ты правильно сказал, да. Понятно, блядь. Ай, похуй, что, может, все пойдем разъебывать? Да. Блядь, ну ты не успел траву снять, ебаный урод. Иисус, сука, снимает, блядь. А, типа с калашником будешь? Где же калашки сосуд, не помню же. А где противника, не понимаю, он нас где-то видит с той стороны. Вон, блядь, сидит. Ты убил его? Да. Еще сзади. Я понял, сзади. Все? I've got to get in there before it's too late. Я понял. Charlie? Thanks. I just needed a distraction. Yeah, the weather in Ostend is better this time of year. But France has better food. Я не помню нахуй. You're my contact. You're the desert ghost. I should have known. Good to see you, Blue Viper. Yeah, Leo chose that code name, not me. But they found us anyway. In spite of all the codes. Betrayed? Maybe. I think so. But I can't be sure. They tried to make us talk, and when we wouldn't,
My god. They killed the whole town, everyone. All thanks to a bastard named Moller. They split us up. Some of my men might still be alive. Somewhere in this place. We have to... I'll find them. You're in no shape to fight. Where can we meet? All right, you win. The safe house is blown. There's a farmhouse just north of the town. I'll find it. One more thing. One of my men, Marcel, he hid information in a loose panel under his bed. The key for it was sewn into the hem of his trousers. They may not have found him yet. Look for the house with the yellow brickwork. Ugliest thing in the village. You can't miss it. Got it. It is good to see you again. You too, old friend. Она хотя бы не полностью черная. Not much more to go now. Target's nearly in sight. О, дерево на ауту продали, что-то на. Ебать тут сейчас. Лёх, чекай, здесь типа есть. Разное. Сборщик патронов. А-а-а. Теперь надо еще прокачивать. Лёх, и чё будем качать? Лёх! О. Ну чё качать будем, блядь? Я не знаю, что вообще. Покачать. Навыки? Ну я да. Бой смотреть, понимаю. Ну я, наверное, так прокачал эту хуйню, типа, что и сериан, или можно аптечкой резнуться. Ну да, это надо, блядь. По-любому. Ну да, а в тромб прокачаем потом синюю следующую, вот это главное. А где это, в теле? На тап, ну это бой. А, бой. А, чтобы стрелял ранение. О, смотри, что добавили, блядь. Типа, можно менять, типа, два левостаки, короче. Я могу. Да. Уже есть я другой автоматик взял? Не, вроде тоже. Ну, радиослышимость, блядь, так он. Не, ну так тут же мега это, ну, задротный. Это мы, блядь, чисто так по фанчику играем, блядь. Уже погнали или что? А я ничего не буду ставить. Ну так ты не можешь, да я просто, ну, это просто в обучении. Блядь, ну я помню, как нахуй ты тогда упал, я никогда не забуду, как ты упал, блядь, нахуй. Это забей, блядь. Лёх, надо пры. Да, пры, пры. Achtung! Alle Geschütze auf Zielraster H9! Reichweite 380! Теперь слово на снаряд бывает. И сейчас первый же пулькой ебало, да? Гулс! Ну да, конечно. И все сразу загорелось и затонуло. Ты ебало челиков пристали, которые в надводном положении стояли рядом с островом? Nazi bastards. That radar tower is still operational. Ой, не, вообще два довалили, да. Так я тебе говорю, хули они в надводном плане могли просто, блядь, в перископной глубине сидеть. Я тут, блядь, тоже смотрел дохуя документалок про Вторую мировую, именно про подводников, блядь. Там, блядь. Вон два челика, ну. Ну ты их подсвети, их на бинокле, и мне пока, ты можешь показывать. А не подсветить? Не подсветился эти? Вот, один подсветился, один. Ну просто на них держишь. Да, да, ну я же тебе потом говорю, что да, ну ты, говорю, если видишь челика, подсвечивай. Уже кто-то запалил тебя, прям он запалил. Ты убил? Блядь, надо было бочки взрывать на них, кстати. Тут машинку, блядь. Можно стрелять? Там сзади, сзади кто-то есть по миникарте или что? Нет, это хуйня, это типа где нас видели последний раз.
Впереди валом кто-то есть. Он два человека, да. Блядь. А как там приближать, я понимаю? На мы. Ебать! Я его не но я столько... Так я бы на патронов уже потратил, блядь. Не знаю, но это максимальная сложность врагов стоит, я ору, блядь. Я думал, мало, подожди, когда их дохуя будет, тогда будет. Ну... Что-то сразу там слабо, блядь. Я думал, меня убьют сейчас. Пистолетик поменял? А у тебя попали вообще, нет? Да! Но у меня отригенился, у меня вот одну, один квадратик даже не сняли, он отригенился. Там близко стыдит за челики. Здесь на челике стоит, он по дороге, по миникарте видно. Вон. Сука, хули я двоих не убил прострелом? Ты видел, как они стояли? Там каска у него слетела, блядь. А, то есть, типа, я, она была чуть ниже стрелять, да? А ты убил второго, да? Ну да. Надеюсь, нас не забанят. Вон два челика. Violet. Must be plan Violet. Take out local communications. Forces the Nazis onto the radio and pledges to listen to every little thing they say. Же, блядь, это уже какая-то хуйта опять произошла. У меня снайперка. Не вижу никого. А, вот там хуйня, блядь, она не, ну, пули не прямо летят. Блядь, а как мне? Я не могу сесть за укрытие. This building isn't slowing down. I need to treat the wound. Уже сзади. Где сзади, кто-то близко живет. Там еще, мне кажется, есть сзади один. Ну что-то они хуйню снимают. Блин. А у меня кровотечение, у меня дохилится, я не похилился, я долбоёб. Я выбросил. Мне тоже кровотечение. Блять, я не понял, я вместо того, чтобы похилиться, ну все, я сдох. Меня заебали эти подсказки. Да все, я сдох. А как кровотечение? Так я не понял, я пытался, блядь, похилиться, блядь, в итоге... Я сейчас сдох. Так ты понимаешь, бред, в чем? Я пытался похилиться, вместо этого, блядь, выкинул аптечку. Пизда там челику, блядь. Да мы убили его всех, я просто не стрелял. Я даже... Ты встаешь, там... ты встаешь? Не, а как я встану, я аптечку выкинул. А я выкинул ее. Я ее выкинул, то ты прикол. Да там уже в толпу за тебя пизда. Я тебе не успел резко? Нет. Ладно, да забей, это хуета полнейшая, блядь. Ты за укрытие не садилась, я не мог сесть за укрытие даже, блядь. Ебать, там челики, блядь. Пизда, они же со всех сторон. Так я за укрытие сесть не могу. Там не работает, блядь. Ты понимаешь, там... Ну тип... вот, блядь. Так тогда оно не работает, укрытие сесть невозможно, блядь. Так там, блядь, со всех сторон, Мих, и сзади. Нет, я понимаю, но меня до этого убили, понимаешь? Я вот не мог сесть за укрытие. Какая кнопка садится за укрытие? С не работает. Вот, не работает, С. Что уже спалили из машинки. Убил чела-то? Двоих убил, сколько там было. А что это там? Женщина из грузовичка выпрыгнула. Ну и как он стреляет, если... А, о, машинка взорвалась. Блин, Лёх, давай разберемся, как за укрытие садится? Це не работает. Должна быть кнопка сесть за укрытие какая-то. Ты можешь вот сесть за укрытие, прям подойти и точно за него сесть. С точно не работает. Ctrl. Ну, блядь, не знаю, как-то Ctrl и двигаться. Ну, что-то как-то мега хуёво. А, ну, автоматически, если Ctrl нажимаешь, он как-то автоматически садится. Просто. Слышишь, дядь? Же, так, давай разберемся, как хилиться, блядь. Как хилиться, дядь? На F, походу. Здоровье на максимум у меня пишет. Же, ну давай, давай, как бутылку нажать? Да, а это... Ну вот как молотов кинуть? А, все, я вспомнил, это... Все, я вспомнил, ты знаешь, как надо? Ну. Блядь.
Короче, нажимаешь это, выбираешь аптечку, а потом на F ее жмешь, блядь. Мне патронов пизда мало. Вот там челики, здесь должно быть два. Вон они, где они? Кто меня? Я даже... Вот мне нравится, он меня видит, а я его нет. Второй, где я вообще не вижу, блядь. А как через укрытие перепрыгивать? Не знаю, только. На пробел. Ты забрал того челика вот у тебя слева, не? Двоих. Но патрончики лутануть-то вообще ноль, блядь. А, мы ж нихуя не апаем, с них патрон уже не прокачано, блядь, это хуйта еще, блядь. Я ап, я забрал. Ты уже заметил. А он пулеметик пытался поставить, видел? Он там пулеметик мог поставить, блядь, я убил его ранее. Справа, справа один идет. Видишь, потому что я поставил полную помощь по миникарте, чтоб, типа... Где вот, где? Блядь, здесь вообще нихуя не видно! Вон, вон он бежит, вон, 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 вон. Блядь, пизда, в итоге ты его забрал, да? Вон чел, у меня. Damn it, I'm bleeding. Я снайпера забрал, да? Так, и чё? Смотри, а я, короче, это, видимо, снайпер, только блидинг вешают, слышишь? Видимо. Ну, я так думаю. Да, ну, даже на халин запах. Ебать, я попасть не могу, если не делаю. А это самое легкое, то здесь вообще ничего не влияет. Ну, как в точку летит, куда указал, то и летит, слышишь, Лёв? Это я поставил всю самую легкую сложность, блядь. Стрельбы, блядь. Я, блядь, ору нахуй, у них фуражки, блядь, летают. Фуражки, блядь, не каски, блядь. Или от воздуха, блядь, там они отлетают. Ну, блядь, да. Не, ну фуражки ж какая-то есть расстояние, что типа не попал, блядь. Это, если было еще во второй Call of Duty такой прикол, уже мне прям пригибало, как будто чел. Кстати, знаешь, что они здесь прикольно еще сделаны? Знаешь что? Здесь, как понимаешь, вражеский калашик, он типа как бы у тебя как бы появляется как дополнительным оружием. Ты не, ну, типа, то есть ты свое не выбрасываешь, а его просто берешь в руки, типа. Бля-бля-бля, я далеко, подожди, блядь. Ты лол? Заметил, как целишься, от первого лица становится, блядь. С калашика, если целится. Заметил? Заметил, Лё? Да, что типа от первого лица с калашика, если жмешь, блядь, то... О, бинт. Так тебе не надо бинт, аптечка. Ты что, это калашик? Какой-то снайперка тут стоит, я не могу взять ее. У меня калашик это с глушителем дали этот. МП-44. Да, ну немецкий калашик с глушителем подобрал, да. Цена, а кто здесь? Как-то мама, блядь, твоя. Блядь, у него еще и ночной прицел, прикинь. Нахуй я его взял вообще? Maybe if I can find the generators, I can disable the radar. Не понимаю, где челик, блядь. Да все убили, наверное. Я в пизду, короче. Нахуй этот калаш, там он один остался где-то внутри, блядь.
Crowbar. Just what I need for sabotaging Nazi installations. 1-3. Я не вижу просто из этих значков, никто не понятно, блядь. Какие конкретные? Ну да, тут хуяково прикольно. Ну вот так охуево выбросил. Сейчас я сейф какой-то взрываю, иди сюда. Я какой-то сейф там взрываю. Там бин. Требуется лом, блядь. А у меня есть, я подобрал ломик, смотри. Generator's overloaded. Gotta find a breaker switch so I can fry the whole system. А еще ломик вот здесь есть, надо его. А, ну тут был второй. Это нахуй же не надо, наверное. Надо хоть какой-то рубильник найти, он сказал, блядь, типа что. Не нашел ничего. Вон челик, наверное. Они там вообще в километре. Вон, ты по мини-карте смотри, он, видишь, белый близко едет с нами, один вон. Че уёбнули? Их где? Себя медаль бог войны убить из этих 5 врагов из 5 разных видов оружия. Паша, ну надо вон, видимо, выбраться из окопов, Лёх. Там сюда подняться. Это персонаж странно бежит, блядь. А во, а, нет. Понимаешь, что там? Не, у нас внутри что-то, мы что-то не сделали. Там, ну, не просто что-то, а там надо уничтожить, типа, блядь, ну, бытай, ну короче, вот эти пакеты, вот это, что надо радар там взломать. Может, он сверху там, да? Ну, так стрелять не по нему. Нет, смотри, я сломал какие-то опоры, и не пойму. Тут это, надо вылезти как-то, наверное, не знаю. Это вот отсюда. Так. Radar still under construction. Это вообще задача. Looks climbable. I could scale it and climb. Сейчас надо было наверх залезть, Лёх. Ну. Алло, они как в Dying Light сделали ползать. Так типа, это, знаешь, по разным плоскостям. Я забрался уже, ну, может не лезть уже, наверное. Сейчас, смысла нет. Полутайся пока там. Taking out the supports will bring the radar dip. В смысле? Я только начал бомбу устанавливать, что за хуйта? И он взорвался. Я нажал. А зачем? Я только хотел посмотреть, типа, ну. Блять, что мне стрёмно здесь прыгать, блядь. Тут же врагов нет, да, ну вот. Так анимация смешная. Чекай, Лёх, смотри, где я буду спрыгивать, смотри, смотришь на меня, Лёх? Видел, бля? Пизда. Они, блядь, motion capture не могут записать, это, блядь, стоит, наверное, блядь, хуй-то вообще. Ты патрончики винтовки пополнил, у меня что-то вообще нет. А, вот, ладно, это. Всё. Так, а дальше что мне делать? Так. Ну вон, видишь, надо убить Бекендорфа. Вон эти отметил, куда ли убежать. А, типа учили, говорит, что он не появляется у него просто. Как ты прошел? А, тут обход есть? О. Через анальчик. Может, он его, блядь, просто не нашел, он не появляется. Не, там очень много челиков пишет. Я думаю, что он, типа, что он просто не появляется. Типа, есть, ну типа... вот, я думаю. Не, на такой, смотрите, типа, должна машинка его подъехать, он здесь должен выйти. Типа, машинка не подъезжает, и, типа, никого внутри нет. Ну, сейчас посмотрим. Если застакается, ну, блядь.
In letzter Zeit wurden viele davon hierher verlegt. I reckon he's killing something. Да у нее было. Сбоя, блядь, на пробел нахуй. А я не задерживаюсь здесь дыхание вообще. Да не, блядь, сука, я пока нахуй на него наводился, ты уже ёбнул. Ладно, уже проще калашек взять, мне кажется. Вон, хуйня выбежала, вон, алло! Что там, типа? Тебе патроны для винтовки не нужны? Ты быстрый выбрал? Вот патроны для винтовки тебе не надо, Лёх, вот я. О, патроны для винтовки, там минки еще лежат. Все, погнали, отметил, как лежат. Ой, тут проходы, конечно, блядь. Прикольный знак. Не, ну ащикси прикольно, да. Да. Я даже такой видел когда-то в реале. Ну почти. А моя бабуля такой. Ну, у меня там это. А почему я не понял? Типа, у меня показывают только свои, или ты после них фоток не стрелял? Я имею в виду, почему не показывают так, что ловил? Сейчас я убил челик, там, черепушку пострелял, там, чулкам этот. Давай я попустил. Блять, я гренку кинул. Я сдох, да? Я сдох. Ты сдох? Нет! Только пол хп снял. Почему я подсякила гренку и взорвался еще домик, блять? Это, ну, ой, не домик, но ты моя пушка взорвалась еще. Ты понимаешь, я убежал бы! Но, ну ты понял. Там где-то челик один. Что-то близко, кажется, мне кажется. О, хорош. Биг хуета, да, 30-37. А зубы вылетели, блядь. Я вижу. Чисто реально в ебасось. Мне там близко, вон! Челик это вот здесь прямо стоит, вот. А, не, он не понимает. Там еще какая-то цель была, мы куда не дошли. Вон там была какая-то. Уничтожить зенитное оружие. Ну не туда, пойдем обратно. Пошли обратно, Лёх, мы не туда пройдем. Да вот и челик, блядь, какой-то реально. Ну баг какая-то, короче. А там под землей, блядь? Может. Ну провалился под текстуры, я буду. Радуйся, что здесь не здание убить всех, блядь. Вот где челики, блядь? Вот мне не нравится, почему они не подсвечиваются, когда они замечают меня, блядь. А смотри, знак вопроса, смотри, откуда, где он появился, погляди, блядь. А, нет, это не знак вопроса, сука, это Маша. Ебать там чела. Пизда мне надо еще. Видите, они в тебя смотрят. Где еще? Меня увидели? Ёбнул его? Там еще один. Ты больше оружие? Как я ему головку попал? Еще один оттуда бежит. Еще один. Взорвал? Я могу сам. Я тебя не ёбнул там? О, заебись, пойдем прокачаем. Пойду-ка прокачаю подъем патронов нахуй.
Да там чел типа что? Блять, ой нахуй. Че, погнали, разъебем всех? Не, а помнишь, какой-то миссии было столько там врагов? Да. В предыдущей части, его там пизда была. А помнишь, как в порту было, где миссия DLC была, где мы это, да? Ну похуй, еще было встроить игру, взломают там через какое-то время, и мы в DLC просто пройдем. Вот, это, кстати, знаешь, на что тогда похоже с меня, с, этим, ну, с тем, что надо убить вот эти сигналы? Знаешь, значит, на что? На этот, на Days Gone. Там, типа, у тебя тоже есть, типа, такие, знаешь, биолаборатории маленькие, типа, если ты не снимаешь с них заранее все вот эти хуйни перед нападением, то там тебя запачки, типа, вбегаются, нихуя, блядь, для тебя. Из-за этого. А, ну, туда до него выключить её. Лол, видел? Да я вот ору, я поставил типа самый сильный АИ, какого хуя это АИ типа останавливается посреди поля против снайпера, блядь. Вот реально просто, это ж тупо. Они должны мега ныкаться по углам, блядь, и сидеть, блядь. Наверное. Хотя бы. Чего? Патроны на снайперке, блядь, закончились. Я что-то не подбирал, когда я тебе показывал. Я подбирал. Жу, хочешь, конечно, тебе 40 патронов кончил. Ебать, меня чуть не ёбнули, блядь. Рапчичку. Блядь, тебе опять её выкинул. Там останавливать, нет. Чего? Да полоски, Лёв, только. А у меня, я короче, аптечку выкинул, про поздравление. Чего я кого-то выкинул, даже не вижу тебя. Вот. Блять! Тут аптека стоит, ничего. Сейчас, да тебя взорвет, честно. Так мало. I have to take care of this before I'm done here. Где аптека? Где? А, вот. Пулеметик, Лёха! О, я пулеметик взял. Смотри. Бля, с ним пизда медленно бегает. Блин, а нахуй у меня здесь пулеметик, если, блядь, уже мы всех убили. А, ой, убил. Там есть что-то еще? Бля, пулеметик ебет, Лё. Он пизда быстро убивает. Taking it out should be a quieter way of silencing the gun. И спрыгнул. Да я открыл дверку, не спрыгнул туда, аж на плацу. Наверх надо идти, наверное. А ты взорвал бомбу уже эту? Пушку. Ну и не видел. Лёх, тебе было... Или что произошло? И ничего не было. Бля, это у меня патроны, нет, не знаю, как до сих пор. Ну, с автоматик, я вот с пулемётиком. Пулеметик с одного выстрела в головку убивает, или с двух, слышишь? Ну все, нам осталась одна цель, только все, пойдем. Да не одна, наверное. На снайпер. Блять, ебать, там еще надо убить, смотри, сколько, блядь. Всю карту надо зачищать, как обычно надо. Блять, я пулеметик выкинул. А, не выкинул, надо брать. Так убери его. Да, не, все, я просто думал, что здесь не так, короче, работает. Во-во-во, смотри, здесь можно открыть ломиком, во. Смотри. Сейчас точно, тут точно будет патроны, вон, бери патроны. Во. Тут проход есть? Ну, вот гренки кидали. На F, там все на F, смотри, у тебя гренки и аптечки в одном месте.
А в четвертой части разве нельзя было на машинке ездить? Или нельзя было? Мне вроде нельзя было, это другой игрок. Пойдем все, пошли, да. Прям дальше в город. Пошли главную миссию. Выполнить там строго будет точка отхода. Еще мы там дополнительные выполним. Не, боже, где вот сюда надо? Не-не, все. Ну вот так, вот сюда лучше. Вот там. Хуй знает. Ну пойди, без разницы, пойдем за мной. Чего? Философский пульс 180. Меня тоже. Ну я же учу, блин, из остановки. А пойдем сюда уже. Не хочу я чистить. Сейчас снова кажется, что реально убивай там челика, блядь. Сейчас я погибну, блядь. Да я еще не могу это говно перепрыгнуть. Вот смотри, что я не могу перепрыгнуть? Это смешно. Я тоже не... Вообще никого не вижу. Там сзади загрели щелы. Бля, не, пулеметик хуй так. Ну, в смысле, что, конечно, тут все для снайпера сделано. А вон и противник. О! Weapons. Не, ну нормально, минус 2 дал, скажу. Ну, тут запалил-то. Проход есть. Убил. Где-то еще человек. Убил его? Pick up, grabbed all I can. Never know where a body can be hiding. Блядь, ты меня напугал, блядь. Ты так выпрыгнул, я думал, пизда сейчас меня разъебут, блядь. Что здесь, какая-то хуйня, здесь какой-то сейф в отеле, я подобрал ключик, блядь, подожди. Есть ли тут сейф? Челик на сапу, блядь, какой-то. А, вот он сейф. Где? Вон, помню. Ты видел, как я челик убил? Я понял. Да как тебя так убили? Так я сам двигал, блядь. Через окошечко въебал там, через стену, блядь. Я вообще его не вижу. Подсвети кого-нибудь. Я не вижу сам-то. Ой, я пошли на улицу, в пизду нахуй. Ты, блядь, окошечки вообще ничего не вижу. Пойдем вниз. Там в сейфе в итоге нихуя не было интересно. Я думал, там будет что-то сюжетное. Блять! Они же в домик зашли! Пизда, ну. Я умер, но я долбоёб. Была не... Можно было убежать легко. А, я понял, блядь, чай хили. Не, а тут, блядь, с одним этим. Чего? От вражеских касок пули отскакивают, вы можете пробить их бронебойными патронами? Чё? Бля, ну тут есть выстрелы в сердце, можно в сердце стрелять, но это, конечно, мне кажется, слишком сложно. This'll come in very useful. Там где-то чел, он стоит, ну где он? Ну вон цель, блядь, если бы не перейти. Something new here that I need to take care of before I go.
Все, я поставил минку. Что? А дальше бафсуем. Я понял, дебилы, думаешь, что она будет убить челика, она могла просто минку поставить на машинку. Проверяй. Слышишь? Лёх. Да. Я говорю, там челики, думаешь, что там будет челик, а там могла просто минку на машинку поставить и все, блядь. Так я этого челика убил уже. Ты убил его? Да, блядь. В смысле? Он там был? Ну, на улице был, на улице. А ты лутанул его? Да, да. И что там было? Ничего. Ничего? Ну, показалось, как будто он цель был. А, ты что, ты убил, да? Забежал, ты убил. Я бы даже не понял, кого там убил, блядь. Я подошел только, когда близко к нему показалось, что он, блядь, ну, что его нужно именно убить. Понял? Когда я близко к нему подошел на карту. Ну что-то пизда здесь мало врагов, на самом деле. Учитывая, что это максимальная сложность именно врагов. Мне кажется, что они его упростили, наверное. Мне кажется, это не максимальная, блядь. Это максимально, я тебе говорю, я поставил. Враги на максимальную, там, типа, максимальная, типа, их агрессивность максимальная, максимальный урон. Я думал, они, блядь, Единственное, что там, типа, у нас ХП с тобой на средней сложности. А. То есть, типа, что, ну, там я не ставил это. Man, блядь! Что произошло вообще? А, ты пушку. Ну иди уничтожай, я покажу. Resistance documents have got to be in here. Charlie said the safe is under the floorboards. No modified here. Я в этом доме покажу. Искать Марселя, блин. Ну да, я в нем уже, блин. Trail stops here. Must have climbed into the attic. Have to find a way up there. Сейчас надо как-то на чердак залезть, Лёх. Я, правда, не знаю как. The safe's under the floorboards, just like Charlie said. Да, надо на чердак залезть, но я не понимаю как. Типа он такой, следы и кровь идут на чердак. А, все, я понял. Ты чё? А, всё, я знаю, сделаю. Блять, тут баг, Лёх, пизда. А может нет? Как это зайти? Ну сюда не понимаю. Да тут надо пролезть, тут никак, там надо лезть по лиане, блять. Наружу дома? Да, но я уже залез. Hope you still got the key to that safe. Чё тут стоит? Эти калаши. Аптека. Marcel was storing resistance equipment in his attic. This would be a good time to rearm. Вот, блядь, тут есть бронебойные патроны, кстати. This SMG could do some damage. The safe, just like Charlie said, is still here. Nazis never found it. Good job, Marcel. I'll see this gets to the right people. Ну все, пошли на точку. Там еще челики показывают, что у них баг, типа невидимая стена, нельзя пока. А ты убил все эти артиллерию зачистил? А не. А ладно, срать с ней, хуй с ней.
toute personne trouvée hébergeant des membres de la résistance terroriste sera abattue. Pour votre sécurité, signalez toute activité de la résistance aux autorités militaires. Опять один пацан на уровне. Вот он, блядь, этот челик. Какой? А. Вот этот? А ну да, да, похож, да. Видимо, чел его просто, блядь, не нашли на карте. Не, он говорит, что не, ну, не знаю. На СБ челик там, блядь, трупы по всему городу, он ходит, как бы, а, ну уже все, конец карты. Блять, на снайпер патрона вообще не хватает. Блядь. А это я еще поставил максимальный лут патрон. Максимальный, вообще самый. I can use this grass to hide. Ну калашик, кстати, убил неплохо. This must be the farmhouse Charlie told me about. Hope she got here okay. А это не в этой миссии, видимо. Lâche ton arme. Carl. You made it. We lost the sub. Did you see any survivors? We lost some good men. I'm sorry. Did you get the intel? This is Marie. She's part of a resistance network that operates further up the coast. If it wasn't for her, I'd be dead already. Nice to meet you. Did you get the intel? Told you. He doesn't do things by halves. There, you're done. I'd say to take it easy for a bit, but... But you've met me, yeah. I wondered if I'd run into you. Been in France long? Almost from the start. Moved around a lot, staying one step ahead of Jerry. More than once, I've thought it would have been good to have you in my network. A native German speaker could have opened many doors. Oh, didn't I tell you? This one was born and raised in Deutschland, at least for a few years. I chose my side. You chose well? Right, we need to go. They will be looking for you. This tells us where to go next. That butcher, Moller, has a chateau not far from here. Look after this one. She reminds me a little of you. I will. You take care, Charlie. Mission fulfilled. Atlantic war targets neutralized. Primary exfil compromised. Multiple U.S. Rangers, KIA. Lieutenant Sullivan and surviving Rangers regrouping with resistance contact to await extraction. Status of Lieutenant Fairburn and Blue Viper unknown. Bletchley Park have intercepted the following. Die Widerstandsratten sind geflohen? Ich muss wissen, ob die Operation in Gefahr ist. Wenn die Alliierten Verdacht schöpfen, sind wir erledigt. Ich werde die letzten Vorbereitungen persönlich beaufsichtigen. Так, чем мне надо позвонить, короче? Я вчера, короче, помнишь, я говорил, что типа этого, блядь? Май, мне, кстати, никто не позвонил, блядь. Никто, блядь, так и не позвонил, блядь. Сколько у тебя убийц было? Что? Сколько убийц было? Блядь, я не посмотрел. Подожди, сейчас я позвоню, короче, этим пидрасам. Подожди, сейчас потом на Next пойдем, сейчас. Давай.